ё-моё. Так, друзья, пришлось резко прерваться, начался опороз нашей куклы. Сама по себе она такая у нас агрессивная, и сейчас не пускает туда зайти, допустим, там вымя ей почухать или поросят подпустить. Сразу кидается, горчит, можно сказать, рыкает и на поросят. Ну, она их не кусает, а так прихватывает как бы. Ну, то есть агрессивно, и я не могу туда зайти. Я так и выпадет поросенок, заберу быстро. А если я сейчас подойду ее поглажу, то она подрывается, может, и на меня тоже кидается. Поэтому пришлось прервать строительство сарая и, то есть,
кучевать здесь, дежурить. Опорос уже идет 4-й час. То есть она нормально сама поросится. Вот это такие поросяты, и один он маленький. Я в ведро его отдельно посадил. То есть это как будет дальше, неизвестно. Что будет дальше, тоже неизвестно. Но видно, что все у папу Петренчики. Петрендюрок. Лысенькие, хорошие, все как их не папа. Ну как будет и что будет дальше, примет, не примет. Будем наблюдать, будем дежурить, будем смотреть. Так что, друзья, держите за меня кулаки, чтобы она после опороса приняла поросят, и все было нормально. Ну а там как будет, так будет. Да? Журбачки. Ну этого, наверное, не знаю. Вот тут такой живенький, спит просто. Я его отдельно подсадил в ведро. Вообще маленький. Оно. И кричит постоянно. Когда заснул, то не кричит. Ну посмотрим. Но эти все крупные. Короче, вот так. Что будет дальше, неизвестно. И поросят бы к ней подпустить, пускай бы, допустим, морозова поели. Так она подрывается сразу, бегает вот так вокруг. А если оно лезет до морды, то вот так чуть-чуть прокусывает, рыкает на них. Все, всем пока, спасибо за просмотр. Будем принимать опорос.